Я живу в городе Нижневартовске. Изучаю правила дорожного движения в центре Таукси. Мечтаю стать водителем полицейской службы. Артем, мы живем в красивом городе, где много улиц и переулков, да? По ним движется много разных машин. Никто друг другу не мешает. Это потому, что существует что? Правила дорожного движения. А зачем нам нужно соблюдать эти правила дорожного движения? Чтобы не врезаться, не получить травму. Хорошо. Наш педагог Юлия Константиновна, она инспектор дорожных наук, помогает мне выучить правила дорожного движения. Порой ориентироваться в городе бывает очень непросто. Для тех людей, которые возможности ограничены, даже пешеходный переход может быть целым испытанием. Поэтому наша задача – адаптировать наших детей в городскую среду. Первый в Югре автогородок и учебный автокласс для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья открылся в Нижневартовском реабилитационном центре Таукси. Специализированная развивающая площадка открыта в рамках всероссийского проекта «Движению без ограничений». На занятиях дети осваивают правила дорожного движения, правила безопасного поведения на улицах, что позволяет им ориентироваться лучше на дороге, избавляться от страхов. Также воспитывается чувство уверенности и ответственности на дорогах. Так как занятия проводятся в условиях, максимально приближенные к реальному, поэтому детям очень интересно и знания лучше закрепляются. Артем, давай сейчас мы поможем пешеходам перейти дорогу правильно. Mm-hmm. Хорошо? Этому мальчику нужно попасть в школу. Как он пойдет? Хорошо. Пешеходу легче ориентироваться в городе по правилам дорожного движения. В автоклассе есть светофор, дорожные знаки, настольные игры, а также здесь есть тренажер, на котором я могу себя почувствовать настоящим водителем. После тренажера я могу прокатиться по автогороду на настоящем автомобиле, правда, маленьком. Занятия в автоклассе и автогородке помогают изучить и закрепить на практике правила дорожного движения, прививают навыки безопасного поведения на улице. А теперь ты расскажи о себе и покажи, чем ты занимаешься. Бегом и танцую. Я хочу стать чемпионкой мира по спортивным танцам. А я хочу стать профессиональным тренером и входить в шестерку лучших пар мира. Фаридун Талибович. Он чемпион Уральского федерального округа. И чемпион ХМАО по спортивным танцам. Наш клуб «Виктория» начал свою работу в городе Сургуте с далеких 90-х годов. В данный момент в нашем клубе занимаются более 150 пар разного возраста и категории. Деток мы берем с малых лет, воспитываем из них будущих чемпионов. Наши воспитанники в данный момент являются ведущими парами мира, тренируются в Гонконге, в Италии. Также являются топ-тренерами в танцевальной сфере. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Виктория» – призеры всероссийских и международных фестивалей, конкурсов по бальным танцам. В 18 клубах Федерации танцевального спорта «Югры» занимаются около 1000 детей.
Акбулат стали чемпионами Кубка губернатора по танцевальному спорту, так как они являются очень целеустремленными детьми, детьми, которые умеют выслушать тренера и взять от него полезные советы. Также пара очень много занимается в клубе. Она занимается как на групповых занятиях, так и персонально с тренером. Также пара посещает большие турниры. Недавно они ездили с нами в город Тюмень на Кубок губернатора Тюменской области. Пара хорошо станцевала, набралась опыта и на сегодняшний день является лучшей парой ХМАО в категории «Дети 2» по латиноамериканской программе. Чтобы стать победителем, надо много тренироваться и учитывать свои ошибки и исправлять их. Также нужно тренировать свою форму и слушать своего тренера. В танцевальном спорте, как правило, нет определенных физических данных для принятия ребенка в эту сферу деятельности. Поэтому я считаю, как тренер, что каждый ребенок достоин и имеет право быть чемпионом в танцевальном спорте. Главное иметь желание и поддержку со стороны родителей. У меня вся семья занималась танцами, то есть и родители, и сестра, и это как бы по наследству, ну и мне нравится. Меня мама записала, я ей очень благодарен, потому что мне нравится танцевать. И еще я люблю ездить на другие турниры. Занятия спортивными бальными танцами развивают физические качества, музыкальный слух, чувство ритма, эстетический вкус, улучшают осанку и работу дыхательной системы. А теперь ты расскажи и покажи, чем ты занимаешься.